Но вы же знаете, что это апостолы. Петр и Павел. Да. Мне говорили. А, говорили? Говорили. И что, что? А? Но? Ну, я смотрю на них, потому что они мне нравятся. Нравятся. И когда-нибудь все люди на земле станут. Станут. Таким. А, да? Я впервые. Да. Откуда? Откуда вы знаете, какими станут люди? Если вы, такими? Если вы не знаете священной истории. Что ж вы молчите? Посмотрите, какие у них руки. Ну, руки. Красиво. Ну. А откуда вы знаете, какими станут люди, если вы не знаете священной истории? Для вас это же просто два пыльных старика и все. Мясо, на них легла пыльдороб, по которому они только шли, чтобы появиться на этой картине. Да. Что случилось? Добрые, мудрые люди. Откуда вы знаете, кто это? Какие люди, если вы не читали Евангелие? Откуда вы все это знаете? Сударь, ну зачем вы его так пугаете? Ему и так страшно. Ему не страшно. Им ничего и никогда не страшно. Оставьте его. Оставьте его. Лучше понюхайте, как пахнет рана. Хорошо пахнет. Хорошо. Ну-ну. Только вы ничего не боитесь. Странно, странно. Как странно слышать эти речи. Понимаю, да, в галерее. Да. О, я понял. В галерее русского императора у картины средневекового фанатика. Куда это мы с вами, сударь, забрели? А музыка была все же хорошая. Кто автор? Глинка. Глинка? Немец. Русский. Немец, немец. Все композиторы немцы. Все композиторы немцы. Нет, у вас хорошие картины. Хорошие. Они стали намного лучше.